Операция «Курорт» не ограничивается только летними месяцами. Хотя, конечно, наиболее напряженное время именно лето. А самые горячие в прямом и переносном смысле точки – так называемые места отдыха с разрешенным купанием. Проще говоря, пляжи. В Одинцовском городском округе с начала мая по конец октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт». Целями мероприятия является обеспечение охраны общественного порядка в местах массового отдыха граждан, а также пресечение и предупреждение правонарушений. На территории Одинцовского городского округа несколько сертифицированных мест пляжного отдыха. Одно из наиболее оживленных – пляж Рублева. Ежедневно сюда приезжают тысячи жителей Москвы и Подмосковья. Здесь созданы все условия для того, чтобы расслабиться в жару. Главное следить за тем, чтобы, расслабляясь, никто не переусердствовал. Купальный сезон на Рублевском пляже только открылся, поэтому правонарушений мы еще не фиксировали. Вот сегодня организован рейд на пляж для того, чтобы посмотреть уровень готовности пляжа к приему граждан, а также несение службы сотрудниками частных охранных объединений, охраны пляжа и соблюдение гражданами общественного порядка. На столике у входа уже скопился приличный набор конфиската. Сотрудники полиции и частного охранного предприятия проводят комплекс несложных, но эффективных действий, направленных на обеспечение дополнительной безопасности. Осмотр территории нарушителей не выявил. Похоже, люди здесь уже привыкли уважать и себя, и окружающих. Документы у руководства пляжа в полном порядке. Проверка дала нулевой результат. Впрочем, это как раз тот случай, когда отсутствие нарушений никого не смущает.